Пришкольной автомагистрали – повышенная зона риска. В Краснодарском крае за последний год зарегистрирован рост дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. Маленькие пешеходы не всегда последовательны в своих действиях. Профилактическая операция «Внимание, дети» проводится инспекторами ГИБДД не с водителями автомобилей, а со школьниками. Ребятам разъясняют, как правильно переходить улицу при наличии и отсутствии светофоров, и дарят подарки. Специальные бейсболки с логотипом «Заметный пешеход» и светоотражатели, значки на рюкзак или одежду, которые хорошо видно в темное время суток. Артем Баранов хорошо запомнил, как правильно переходить улицу. Сначала посмотреть направо, потом налево, потом дойти до середины, дождаться, чтобы либо водитель пропустил, либо посмотреть еще раз направо-налево и переходить пешую дорогу. Бейджики одевать, когда по темноте идти, чтобы видели водители, что пешеход идет. Осторожно было.